Болдуин IV – самый знаменитый из всех прокаженных мировой истории. Он был королем-крестоносцем, правителем Иерусалимского королевства. В памяти он остался как любимый всеми монарх, защитник своего народа и настоящий полководец. С этого момента вся короткая жизнь короля без лица проходила в военных походах. Войско Саладина несколько раз превосходило армию Иерусалимского королевства, но это не мешало Болдуину IV разбить мусульман в битве при Мунджизаре в 1177 году. Это была эпоха, когда короли сражались во главе своего войска, и Болдуин не был исключением. Несмотря на то, что болезнь поразила одну из рук монарха, ему было трудно держать поводья, 16-летний полководец всегда был в самой гуще сражения. 10 апреля 1179 года, во время боя с племянником Саладина в Банианском лесу, Болдуин упал с коня, испуганная шумом.